Первый цикл этих статей назывался «Враги». В царстве Икс воеводы не могут уснуть, воеводы секретно готовят войну. Царство Игрек, соседнюю с Иксом страну захватить, воеводы мечтают. Вести чутким ушам шепчут верные рты, где у Игрека крепости, форты, посты, все казармы, все склады, дороги, мосты в тайных картах значки отмечают. В царстве Игрек не дремлет разведчиков рать. В царстве Игрек, сочтя, что настала пора, начинают войска у границ собирать, как обычно в строжайшем секрете. Нужно вовремя армии все подвести, чтобы родную страну защитить и спасти, чтобы первый удар по врагу нанести, чтобы враг ошарашился этим. В царстве Игрек шпионы повсюду снуют, в царстве Икс моментально про все узнают и стратегию срочно меняют свою, чтоб противник, вернее, обманулся. За границу заступят враги, и тотчас отовсюду отряды поднимутся в раз, чтобы враг в их кольце, как в болоте, увяз и в своей же крови захлебнулся. Облетает листва календарных страниц, все узнав все от тех же доверенных лиц, царство Игрек отводит войска от границ, чтобы враг сам попался в ловушку. Царство Икс приготовилось вновь нападать, царство Игрек войска собирает опять, царство Икс отступает, решив выжидать, прочищая усталые пушки. Славя щедрые руки обеих корон, веселятся шпионы с обеих сторон, шумный пир затевая за общим столом, разливая пьянящие реки. А мечи и доспехи ржавеют в пыли, строят планы цари и мудрят короли, на поверхности, в небе и в недрах земли не закончится это вовеки.